Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр. И сегодня я вам расскажу об интересном автокресле от компании Chico. Модель называется Unico. Кстати, где-то я слышал, что Chico произносить неправильно. Правильно, мол, произносить Kiko. Вот если вы знаете, как правильно произносится это название этого бренда, напишите в комментариях. Просто ради, как говорится, интереса хочется узнать правильную версию. Потому что кто-то так говорит, но в большинстве, в массе называют этот бренд как Chico. Это итальянская компания, может быть, поэтому Kiko, не знаю. В общем, если вы знаете, напишите, будет интересно. Это кресло категории 0.1, 2.3, то бишь все группы, которые существуют, здесь включены с самого рождения до 12 лет. Оно с возможностью поворота на 360 градусов, что в этой ценовой категории на самом деле уникальный случай. Вот. И по безопасности оно прошло обязательную сертификацию европейскую, соответствует европейским требованиям безопасности, и, соответственно, ребенка доверять ему можно. И в этой ценовой категории, вот с таким функционалом, не так уж много, на самом деле, толковых, реально интересных кресел. Но это, на самом деле, достойный вариант, и на него стоит обратить внимание. Сегодня мы посмотрим на него, что он из себя представляет. Раз ребенок, кресло с рождения, группа 0, он у нас ребенок новорожденный, нам нужно возить ребенка против хода движения. Для ребенка маленького, сейчас пока кресло развернуто вам, я вам покажу, что здесь есть. Здесь вот система вкладышей специальная анатомическая. Видите, вот какой толстый вкладыш, он как раз нужен нам для того, чтобы новорожденный ребенок не вот такой-то полусогнутый сидел, а такой, скажем так, полулежачее положение принял, и чтобы спинку более выпрямить, здесь нужен обязательно вот этот вкладыш. Когда ребенок вырастает, он уже тесно становится, этот вкладыш демонтируется отсюда. Но до месяцев 4-6, я думаю, вы как минимум будете им пользоваться. Так что вот такая вот опция здесь есть, категории 0, она необходима. Вот. И давайте сразу разверну, посмотрим на это кресло уже в положении для маленького ребенка. Здесь, чтобы поворачивать кресло, есть вот такой вот рычажок. Оттягиваем его, разворачиваем. Все. Все, щелчок услышали. Все. Соответственно, когда мы едем против хода движения, ребенок у нас только в одном положении, в полулежачем. Сейчас вот вы видите кресло, оно как будто бы там сидит, но вот благодаря этому вкладышу ребенок в полулежачем. Я не знаю, знаете вы или нет, но группа 0, она не значит, что ребенок как на кроватке ровно лежит. В автомобиле так нельзя, это небезопасно, поэтому полулежачее положение – это правильное положение при ДТП. Ребенок должен быть полусогнут и сгруппирован, поэтому вот так должно быть. И не ищите чудо-кресел, где ребенок лежит, это очень опасные кресла, если они и есть в природе. И вот этот вот вкладыш, повторюсь, вот сейчас, если я его вкладываю, все, получается вот, видите, ребенок вот, получается вот такой угол. Поэтому абсолютно нормально для новорожденного ребенка. Конечно, лучше всегда покупать отдельные люльки, но кому нужна универсальность, вполне себе пойдет. Вот, кресло пристегивается изофиксом, и дополнительно нам желательно пропустить ремешком, потому что изофикс изофиксом — это только нижняя точка крепления, а нам нужна еще верхняя точка крепления. Нам для этого нужно вот так вот провести ремень, повернуть его здесь специально, вот в таком местечке. Получается, у нас нижняя точка крепления появляется и верхняя точка крепления. Поэтому даже если у вас нет изофикса, вот так вот можно пристегнуть это кресло. Имейте в виду. И также его можно пристегнуть и по ходу движения. Здесь видите, вот такой вот проемчик и сквозной. Ремень перекидывается, и все. Поэтому все возможные крепления, которые есть, здесь практически все они присутствуют. В общем, ребенок подрастает у нас до там, 9 месяцев. Вы хотите его развернуть. Разворачиваем. Кстати, вот чем 360 градусов хороши? Вы вот приехали домой, повернули кресло к себе, забрали ребенка, кресло так и оставили. На следующий день вы куда-то едете, открываете дверь, кресло уже повернуто к вам. Вы сюда посадили ребенка, удобно же? Удобно. Посадили ребеночка, вернули обратно и поехали. Это круто. Вот, соответственно, все.
развернули, и у нас появляется сейчас уже у вас три положения. Ну, но у нас есть возможность наклона появляется возможность. Наклон, естественно, не лежачий. По ходу движения лежать нельзя. Просто положение отдыха вполне себе достаточное. Три положения против хода, положение всего одно. В общем, развернули. Ребенка пристегиваем уже классическими пятиточными ремнями. И вот эти ремни нам нужны где-то до 100-105 сантиметров роста ребенка. После чего здесь, если мы обивку поднимем, вот здесь есть специальные места для ремней, ниши, куда мы их упаковываем. И, соответственно, ребенок может уже быть пристегнут и должен быть пристегнут при росте выше 100 сантиметров взрослым автомобильным ремнем. Я сейчас не буду убирать ремни, представим, что их здесь нет. Вот, в подголовнике есть классические такие направляющие для ремня. Обязательно проводим ремень здесь. Все, ремней здесь нет пятиточных. Запомнили, да? Мы их в нишу убрали. Соответственно, дальше уже ребенок от 100 сантиметров пристегивается вот автомобильным ремнем. Именно вот в таком порядке ремень здесь и туда уходит. Единственное, смотрите, вот подголовник, он должен быть на высоте от плеча ребенка, вот это вот низ подголовника, не больше двух пальцев, не меньше одного, потому что если будет больше, ремень будет близко к горлу, ниже просто ребенку будет неудобно сидеть. Соответственно, следим за высотой подголовника, это небезопасно, если он будет высоко. Вот, собственно, и все, с креплением мы с вами разобрались. Что касается материалов, по уходу за материалом, стирать его нужно не больше 30 градусов, потому что если постираете при высокой температуре, он сядет, и обратно уже одеть чехол очень тяжело. Имейте это в виду. А что касается тактильных ощущений, ну, в этой ценовой категории все материалы приблизительно вот такого рода, как здесь. Они тактильно приятные, мягкие, они гипоаллергенные, естественно, потому что кресло тоже проходит на вот эти вот все элементы проверку. И здесь все с этим, в принципе, нормально. Вот, кстати, смотрите, какая дополнительная боковая защита мощная установлена. Здесь все современные технологии по безопасности стоят. Поэтому это кресло и интересно, учитывая 360 градусов, полностью все группы в себя включает. Европейская сертификация, доверять можно. Мягкое, удобное, комфортное. В принципе, ну, за эти деньги вполне себе очень годное предложение. И поэтому я рекомендую обязательно посмотрите на него. Можете приехать в магазин Мир Автокресел, кучу вариантов посидеть, попробовать. Если не можете, два кресла, две разные модели вам домой привезут, вы посмотрите дома, из двух уже выберите. Тоже есть такая опция, пользуйтесь, очень удобно. Вот, и ссылка внизу в описании на это кресло будет. Посмотрите актуальную цену на тот момент, когда вы будете смотреть этот обзор, вы там увидите. Ну, а я, собственно, хочу вам пожелать сделать хороший, грамотный выбор автокресла. Это очень важно для безопасной перевозки наших детей. А вам, если обзор понравился, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. Это очень помогает развитию канала, чтобы делать для вас все больше обзоров, так сказать. А вам хочу пожелать удачи, всего доброго.